здесь один стоял, и двое впереди стояло. Я на не обратил на двоих внимания, такой, прохожу, обхожу их, и вот один из них встал передо мной. И тут удар идет сзади, я падаю здесь, и они начинают вот здесь меня вот. До тех пор, пока не вышли прохожие там, не выбежали жильцы. Вот. Ну, камеру милиция уже забрала, наверное, запросила все, банков, что-то. Вот. Ну и судя по камере, они уже давно могли в сторону взять. Скажите, пожалуйста, как все произошло, что там было, и с чем связано нападение, как вы считаете, с каким-то расследованием или просто? Ну, в 12:30 ориентировочно я вышел из кафе, направился в сторону офиса, и в арке меня ждало трое молодых людей, сперва я не обратил внимания. Вот, когда я проходил мимо них, тот, который сзади, ударил меня по голове. Я упал, и они начали избивать меня. В основном пинали по голове. Вот. Связано, скорее всего, с последним расследованием по жене Матраимова, по ее тратам в бытность работы Матраимова Раимбека в таможне. А что говорит милиция? Я видела, здесь очень много милиционеров. Ну, пока ничего, мы просто подали заявление, рассказали все, что произошло, и, скорее всего, сейчас будет вестись работа по этому происшествию. Как вы думаете, их найдут, и будете ли вы сами заниматься расследованием, кто это сделал, если не найдут? Будете ли вы их искать? Ну, я пока об этом не думал. То есть... Надеюсь, милиция сработает оперативно, потому что у них есть все данные, видеозаписи с камер. Угу. Вот, и надеюсь, они их поймают. Угу. Как вы сейчас себя чувствуете? Ну, сильно ли пострадали? Ну, я думаю, что у меня поломан зуб. Вот, более точно, можно сказать, после рентгена и медицинского обследования. Угу. А телефон, который они украли, что там было? Ну, телефон, он отлетел в сторону. Скорее всего, когда убегали, они подобрали его. Вот, это был не очень дорогой телефон, просто простенький телефон, который служил мне для связи. Угу. То есть там никакой информации такой очень важной? Ну, как и любой телефон имеет, у каждого человека есть личная информация. Я думаю, что... Угу. Ну и... В любом случае, это очень плохо, что телефон у них в руках. Угу. Вы как-то заблокировали? Да, есть блокировка экрана. Ну, я думаю, мы примем все меры.